Совсем недавно на туристической карте Казахстана, а может быть и всего мира, появилась новая точка – историко-культурный комплекс Жошихан. Жошихан, более известный во всем мире как Джучихан, старший сын Чингисхана, основал в этом месте Золотую Орду и правил огромной территорией отсюда, от Дуная до Алтая. Здесь же он, согласно преданию, трагически погиб на охоте, ну и был захоронен. Центр, историко-культурный комплекс Жошихан, оно не является музеем. Этот комплекс находится на историческом месте, имеется 14 гостиничных номеров, столовая, намазхана. И то, что сейчас в данный момент, где мы находимся, это называется выставочный зал. Этого выставочного зала особо гида не требует, в связи с тем, что вот имеется тачскрин, электронный гид, каждый человек может подойти, получить ту или иную информацию на том или ином языке, который его интересует. Это русский, казахский, английский язык. Уникальность этого выставочного зала – все поставленные артефакты, они находки во время археологических раскопок на этой территории. Совсем недалеко от этого места археологическая экспедиция исследует средневековые мазары, датируемые 14 веком, то есть примерно ровесники вот этого прекрасного мавзолея. Здесь, на данном месте, расположен был холм, изначально визуально определялся. Этот холм диаметром порядка 7 метров в диаметре и высотой около 0,7. Конечно, он на мавзолей не был похож изначально, однако раскоп мы закладывали уже с учетом того, что это будет квадратная конструкция. Археологическое изучение Улутауской области началось в 1935 году. Оно связано с именами двух выдающихся ученых – Каныша Сатпаева и Алькея Маргулана, которые зафиксировали и исследовали в регионе десятки археологических объектов – от эпохи камня до позднего средневековья. Особое место среди исторических памятников Улутау занимают архитектурные сооружения эпохи Золотой Орды. В 1946 году Алькей Маргулан провел первое археологическое исследование мавзолея Жошихан. В результате разведок на окружающей территории им было выявлено большое количество остатков других средневековых построек, выполненных из самана, пахсы и обожженного кирпича.
Раскопки внутри мавзолея Жошихана, а также ряда других, разрушенных временем мазаров некрополя, выполнил археолог Григорий Пацевич. В дальнейшем археологические работы на комплексе проводились неоднократно. Сначала Центрально-Казахстанской экспедиции Министерства культуры Казахской ССР, а затем Институтом археологии имени Алькея Маргулана. За период изучения был собран большой объем научной информации, однако исследования еще далеко не закончены. В 2022 году изучение историко-культурного комплекса Жошихан продолжено. Археологическая экспедиция проводит раскопки на некрополе периода Золотой Орды, расположенном вблизи мавзолея Жошихана и поэтому представляющем особый научный интерес. Раскоп мы решили заложить с минимальными стратиграфическими профилями, так как все-таки на данном месте нам важнее всего это, конечно, планы. Поэтому один профиль, максимально охватывающий всю конструкцию, проходит у нас по линии север-юг. Первоначально, после первоначальной расчистки, мы зафиксировали все развалы. Развалы как пахсовых, саманных строений, так и кирпичной кладки, которая, судя по всему, уже на данный момент можно об этом говорить, она составляла именно верхние венцы, именно верхнюю часть стен. Это было вызвано в первую очередь тем, что кирпич — это довольно-таки дорогой материал, однако он оберегает ниже стоящие пахсовые и саманные блоки от дождя, ветровой эрозии. Ну, собственно, свою функцию кирпичи выполнили очень хорошо. И все эти развалы мы, конечно, зафиксировали. В дальнейшем, после фиксации всесторонних развалов кирпичных и саманных строений, мы уже производим расчистку именно той части, которая наиболее хорошо сохранилась. На данный момент как раз здесь мы можем ее наблюдать. Интересно, что обычно, допустим, стены строят из саманных блоков и глиняной или пахсовой замазки. Здесь на данном мазаре мы можем видеть именно пахсовые блоки и на саманной обмазке. Кирпичи в структуре нижних слоев практически не использовались, это единичные случаи. Для фундамента использовалась, как правило, просто выровненная материковая поверхность. Она тут имеет структуру щебня, гальки, поэтому довольно плотная. То есть дополнительных сооружений здесь не требовалось. И самое интересное, конечно, нас ожидает, это у нас в центральной части. Уже на данный момент мы можем фиксировать, помимо саманной огородки, которая расположена внутри основной ограды, зафиксировали вот фундамент саманной огородки, и два погребений, перекрытых кирпичами. Традиционное мнение, что территория центрального Казахстана всегда принадлежала только кочевникам, известным своим неприятием городской культуры, сейчас ставится под сомнение в свете открытий, которые сделаны в результате археологических раскопок. Наличие сложной архитектуры строений, различных технологий изготовления строительных материалов и разнообразие самих методов строительства – все это признаки наличия здесь самобытной и развитой городской культуры.
После того, как глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил этот комплекс, это место стало очень популярным, и ежедневно сюда приезжают сотни туристов и паломников. Ведут раскопки археологи. Приехали сюда, встретили Армана. Периодически я видел его ролики в Ютубе. Смотрю его ролики на телеканале Туран ТВ. Вот. И вот вчера знакомство. Судьба свела нас. Взаимно, Антон. Спасибо, что смотрите. Да. Алена, я смотрю, вы любитель археологии, да? Прямо схватились за кисточку сразу. Была у меня когда-то в детстве мечта такая. Стать археологом даже. Я ездила в лагерь археологический, участвовала в раскопках. Туристов. И мы, помимо того, что посещаем это известное место как туристы, мы, конечно же, в первую очередь еще и археологи. Необходимо собрать как можно больше информации по средневековой архитектуре региона. Поэтому они живо интересуются всеми историческими памятниками в округе. Историко-культурный комплекс «Дом Баул», находящийся в 5 километрах к северу от мавзолея Жошихана, представляет собой средневековый некрополь с разновременными захоронениями, выполненными в различных культурных и архитектурных традициях. Мавзолей «Дом Баул» является одним из древнейших мавзолеев в Казахстане и был построен более 1000 лет назад. Возможно, когда-то он играл важную культовую роль в жизни обитавших здесь племен. Сейчас это место паломничества и туризма. На комплексе Жошихан, и скажу вам, что здесь произошли очень значительные изменения. Буквально 2 года назад археологическая экспедиция выполняла экспертизу будущей автомобильной дороги, которая в скором времени должна связать между собой комплекс Жошихан и город Сатпаев. На мавзолее тогда производились реставрационные работы, а строительство историко-культурного центра Жошихан только начиналось. Во-первых, построен прекрасный современный визит-центр с отличной уютной гостиницей. Yeah.
Фиксации и описания будет произведен разбор стратиграфического профиля для открытия полного контура сооружения Мазара и, конечно же, в дальнейшем разбор непосредственно самой могильной ямы. Сложно представить, что совсем недавно на этом месте был едва заметный, ничем не примечательный холм. И только опытный глаз археолога мог определить, что это остатки средневековой постройки, входящие в состав единого исторического комплекса, который некогда включал в себя некрополь и поселение. Некоторые исследователи отождествляют этот комплекс с известным из письменных источников городом Орда-Базар, который в 13 веке был первой ставкой Батухана. Затем его потомков, а в 15 веке – ставкой хана Абулхаира. Для того, чтобы соприкоснуться с историей, вы можете просто включить телевизор и посмотреть документальное кино. Но если вы хотите почувствовать дух Великой Степи, то вам необходимо совершить путешествие в самый центр Евразии, в самое сердце Золотой Орды. Археологическая экспедиция продолжается. Это лишь первый из трех памятников периода Золотой Орды на комплексе Жошихан, которые предстоит исследовать археологам в этом сезоне. Наша экспедиция будет продолжаться еще долго. Здесь вокруг очень много неисследованных памятников истории и культуры. Поэтому мы всегда рады видеть вас здесь. Приезжайте, и мы с удовольствием поделимся с вами нашими новыми открытиями.